А что делать, спросите вы меня, когда мы бросаем три монеты? Все точно так же. Что может выпасть? Орел, орел, орел. Решка, решка, решка. Орел, решка, решка. Орел, решка, орел. Так. Орел, орел, решка. Я уже запуталась. Потихонечку перебираем. Так. Получается, теперь на первое место ставим решку. Решка, орел, решка, 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 орел. Так, орел, 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 решка. У нас не было РОО. Решка, орел, орел. Так, вроде бы все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть всего у нас 8 вариантов. Будем делить на 8. Нам нужно, чтобы выпали 2 орла и 1 решка. Раз, два, три. Все. Давайте поглядим, ничего не повторяется. О, ре, ре, о, о. Три восьмых. Три восьмых. Три восьмых. И получается 0,375. Очень легко запутаться в таких задачах. Ужас просто.